определенной форме глаголов после «чи» – «зажечь», «супечь», так же, как и так пишется во втором лице глагола «ты» – действительное число, «ты поешь», «ты учишься». Мягкий знак пишется в существительных женского рода третьего склонения – «дочь», «речь», «печь». Мягкий знак не пишется в кратких прилагательных – «горуч», «могуч». Мягкий знак не пишется в существительных мужского рода второго склонения – «мяч». Мягкий знак не пишется в форме родительного падежа множественного числа – существительное – «туч», «рощь». Теперь сами прочитайте таблицу. Если кому-то что-то непонятно, спрашивайте у меня. Потом каждый мне расскажет, что он узнал нового и что он понял. Расил Дуручанюк, Адам Гусак. Рассказывают Феодюшина Карина и Галинская Анастасия. Звенить, пяе, искрыться, веселый ручаёк. Живой водой поить, травинку, колосок. Листочек под вербою, сполошь в роще. Лугам росу богиня, а песню поляще. Звенить, ручай, спевая, у поля ширини. Назад дорог не знает, не знает тишини. Здравия желаю, лейтенант Николаев Артем Витальевич. Предъявите свои документы. Вот, пожалуйста. Спасибо. Предъявите, пожалуйста, страховку машины и технический паспорт. Угу. Ваша машина застрахована? Да. Все в порядке. Можете прощать. Счастливого вам пути. До свидания. Спасибо. До свидания. Самолет Минск-Бирмус отправляется через 5 минут. Прибывает в 15:00. Просим пристегнуть ремни для этого полета.